Ольга Великанова – ответственный гражданин. Не только всегда голосует на выборах, но и уже несколько избирательных кампаний проводит как общественный независимый наблюдатель, фиксируя все, что происходит на веренном ей участке. Опыта ей не занимать, но на обучение приходит обязательно, поскольку здесь можно получить информацию о всех законодательных новшествах. На этих семинарах я тоже уже проходила не раз обучение. Мне очень нравится, потому что с каждым, как говорится, курсом обучения ты для себя постигаешь что-то новое. Потому что эксперты, которые проводят нам здесь обучение, они дают новшества, изменения в законах. Обучение для наблюдателей Советского района провели члены областного штаба по независимому наблюдению за выборами и представители региональной общественной палаты. На встрече они рассказали желающим обо всех юридических нюансах и тонкостях этой работы, о возможных ситуациях на участках и способах их решения, используя при этом реальные случаи из опыта предыдущих избирательных кампаний. Самое главное, что наша работа строилась все-таки исходя из вот тех практических кейсов, которые происходили на территории Самарской области, ну и наших регионов и субъектов Российской Федерации. То есть у нас это за занятия носят именно практический характер. Такие же встречи уже прошли и в других районах города. По итогам обучения все наблюдатели, получившие знания и прошедшие обязательное тестирование, получат направление на участки от Общественной палаты Самарской области. Он будет действителен на протяжении всех дней голосования. Если появятся еще какие-либо дополнения к их работе на участке, то с наблюдателями проведут еще один дополнительный семинар. По окончании они получают документы, документы Общественной палаты Российской Федерации. Я считаю, что даже если исходить вот из личной какой-то истории человека, у нас, кстати, сейчас очень много обучается молодых людей, то есть мы видим реальный интерес, причем это же не политика, по сути дела, а это возможность проявить себя и формировать свой комфортный завтрашний день. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Андрей Горгуленко, События.